Ага. Надо быть мужчиной. Понимать тех, кто любит. И надо самому любить, влюбляться. Ну вот, вот как-то так. Все. А, ну, в общем, я знаю, как играть Раневскую. Я чувствую ее. Это райская птица в курятнике. Понимаете, что-то, я думала, что-то вот такое. Вот, да? Это известный театральный режиссер Даниил Сорин. Он приехал по приглашению своей бывшей труппы поставить спектакль. Какой, мы еще не решили. Кто-то хочет меня убить. Стой! 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 Вишневый сад! Стой! Да! Если в первом акте Чехов отдыхает, просто отдыхает. Я согласна, да. За кого? Ну, Курска, за тебя, конечно. Дурачок ты. А ты одна любит. В смысле? Ну, трусы-то такие же, как 15 лет назад. На памятник он догадался. Я не знаю, догадался он или нет, но я лично против. Убийцы! Убийцы! Ненавижу вас! Это будет несчастный случай на примере. Данил, ну что, сразу на Байконур? На Байконур. Зачем? Стоять! Вот, видел? Вот! Не выйдет! Никуда не уеду! Никуда! Если бы кому-то нужна была моя смерть, да я бы вот тебе крест. С радостью. Да, скоро репетировать начнем.